Это моя тактика. Ну посмотрим, поможет тебе твоя тактика или нет. Спички плохо зажигаются. И рассыпается все. Шанин. Мы парень татарин, любви авторитарин. 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 Мы парень татарин.
Саш, говорили с братом, какую оценку? Не говорил об оценках, но мне так ничего и не сказал. Хочу, кстати, напомнить. На прошлом я поставил 9. Ага, вы сейчас идите к тому, что как рухнется, так и отпикнется. И сейчас посмотрим. Да? Вам понравился брат в конце прошлой серии? А. Нормально было? Нормально. Можно было бы сдержаться, конечно. Но мы все тут живые люди, все-таки не роботы, да? Ушел, вернулся. Ушел Александром Шепсом, вернулся Ольгой Бузовой. Олег, да? Личный вопрос к вам из любопытства. Так. Если бы вы оказались на месте брата... Ну, я бы не ушел. Вы бы после звонка той женщине, Татьяне, извинились бы перед Константином и... Если я совершил ошибку, я ее признаю. Если я не прав, я извинюсь. А вы говорили брату, что он совершил ошибку? Нет, не говорил. Чтобы еще раз составить легче, да? Мне станет легче, то, да? Да, может. Нужно завтра драться, не драться. Лучше не драться. Жги давай уже. Десятка там, не Ты не используешь мой инструмент? Я не помню. Может, ну, тогда так и говори, я не помню. Ты сразу, я говорю, так и говори, я не помню. А камни? Точно, камни. Ну, все. Саша, и все? Да.
Да нет, не все. Это вам так, для затравочки. Прости меня. Что-то непонятное. 40-летняя, что-то мне тут комментирует. Слышь, я сейчас забью, если ты еще раз посмеешь. Братца-браза, извините, таковы традиции. Братца-браза, извините, дело тут. Не для Тони, ты краш для фаната. Ну, Саша тоже, конечно, все в порядке с женским вниманием, но Олег просто, ты кир среди экстрасенсов.